Яны доказали, что сапраўдныя профессионалы. У Магілёве прайшоў областны конкурс профессийного майстерства сярод працоўнай молоді. У ім прыняли удзел больш за 60 человек з 23 организаций. Спаборніцтвы ладзіліся у 5 номінацыях сярод токараў, фрезероўшчыкаў, зваршчыкаў, слесараў і крануўшчыкоў. Падрабязнасці у Татьяны Сергейчык. На гэты раз пляцоўкай абласнога конкурсу прафесійнага майстэрства стаў Магілёў ліфтмаш. Конкурс ладзіцца ў 9 раз, пачыналі з 2 номінацый, цяпер 5. Ды і колькасць удзельнікаў павялічылася ўтрая. Очень много предприятий участвуют. Я уже лучше отрасли назову. Это и строители, это АПК. Я не говорю о промышленности. Конкурс сярод маладых рабочых насамрэч папулярны, бо дае прафесійны рост, кажуць яго ўдзельнікі. Стараюсь продвигаться сейчас по должности. Вроде бы, как сказали, то, что подучишься немного и предложим тебе должность мастера. После того, как я занял первое место в прошлом году в Бобруйске, когда выступал, повысили разряд сразу, получается. Был 5-й и повысили до 6-го. В институт поступил. Цікавае відовішча – спаборніцтвы кранаўшчыкоў. Умовы зрабіць так званую змейку и поставить емістасць с водой у центр круга. До речи, машинист мостового крана – часцей жаночая профессия. Так судьба распорядилась. Моя мама кранаўшчыца. Но я по ее стопам пошла. После занятых мест призовых, конечно, изменилось отношение в коллективе. Намного стали больше уважать, доверять работу вот такую там сложную. В конкурсе я пришла уже самым высоким разрядом, 6-м, поэтому как бы на зарплате это не сказалось. Конкуренция вельми серьезная. Это мастера золотые руки, если так говорить. Это наш золотой фонд. Многие в институтах учатся. Это для них просто одна из ступенек. Вот когда он станет завтра инженером, начальником цеха, это уже будет профессионал. Это не пришел со скамьи школьной, который все только по учебнику. Это уже профессионалы. Конкурентоздольность продукции у большинства зависит от профессионализма працовников, а подобный конкурс популяризует массовые профессии, дает возможность по-иншему воспринимать их значность. Татьяна Сергейчик, Сергей Вишневский, Валерий Яромин, Новини регион.